have ways of blowing things up. Здорово, ребятушки, с вами Оладушки, 17-я серия Binding of Isaac, в смысле Dead Space. Поехали, попробую походить с вот этим вот, опять же, воздухопушкой. Продолжается мое негодование по поводу того, что с патронами задница, с геймплеем задница. С саспенсом тоже, кстати, задница, потому что, ну, они выезжают чисто на скримаках. Вот, чисто скримаки, чисто неожиданно, чисто... А-а-а, вот он сзади тебя, и все, ну, то есть... Не туда, пойдем. Вот, ну да пофиг. Это дохлая туша. Мне в лифт? Да, пойдем. Че мне вообще? 7. 77, 198. На огнемете у меня дофига. И все, больше ничего у меня нету. Это печально. А, теперь мне на нижний уровень. Супер. Но туда я уже ездил. Да ты ж... Я не стрелял. Я просто прицелился. Вы че? У меня даже пальца на кнопке не было. Игра, прекрати. Ну ладно, короче, забейте. А что у меня, кстати, по Риперу? Мне давно не попадались пилы на Рипер. Он у меня пустой, две пилы на нем. Блин. Вот Рипер реально тема, и Каттер тема. Ну и вот Супер Эмбо пушка тоже хорошая штука, но по остальным какая-то... А, не, обелиск тащит. Угу. Это насрать, на самом деле. Теперь тут открыто, спасибо. А убери ты эту фигню от меня, блин, хорош мне показывать говно, дайте я поиграю. Make it stop. Да хорош, сдрысни, ну не тот момент сейчас, чтобы... Вообще, на самом деле, они сейчас действуют крайне эгоистично, потому что у них, ну, то есть, опять же, если мы сравниваем с Alien Isolation, раз уж мы всю эту игру их сравниваем, там был шанс добраться на Торренс, то есть сбежать на Торренсе, к черту был Севастополь, он и так падал, нужно было добраться до Торренса. Ну, да, там потом получилось по-другому, но не в том дело. А здесь... Они типа пытаются, они видят, что творится на Ишимуре, они понимают, что они тут 2-3 человека здравых остались, но при этом они пытаются вызвать СОС, чтобы к ним пришла помощь, чтобы эта зараза распространилась. Какого черта? Вы что, не понимаете, к чему это все идет? Что это, что будет, если вас найдут, если Ишимуру найдут? Заткни пасть. На самом деле, меня вот эта вот эгоистичность сейчас, честно говоря, бесит, и, ну, мне не хочется сопереживать главным героям. Потому что... Ой. Пилы. Ладно. Оно, в принципе, работает норм. А куда делся мой лут? Я там что-то подобрать хотел. Оно все просто улетает к черту. Raise the stakes. А, я понял. А, так. Двойка.
Все, мы договорились. О, баллончики, которые можно было использовать. Что тут чавкает до сих пор? Это я чавкаю? Что чавкает, я не пойму. Мне сюда? Отлично, пойдем туда. Вот эта воздушная пушка, например, неплохая, но, блин, после нее очень долгий отход. Фу, блин. Unpowered. Тут придется распределять энергию на 4 двери. Это какая открылась? Вот эта. Просто в кашу вас всех. Да отвалю, ну тут! Просто невозможно от них избавиться. Можно вполне, кстати, походить с огнеметом. Вылезет кто-то, не вылезет. Патроны и семикондуктор. О, хоть так их немножечко останавливает, что... Следующий. Сюда. Log retrieved. Найти убежище, но нашел. Не захотели они 4 делать интересных места. Четвертое мы куда-то подали, вообще непонятно куда. Я на самом деле его оставлю. Ну-ка, давайте по карте сверимся. Там есть вообще комната или нет? Нет, комнаты там нет. То есть туда просто подается энергия, а комнаты там нет. Ну и пофиг. Мы выполнили побочку, которая нас сюда вела. Хилки у меня, конечно же, нету. Сильвупле, да-да-да. Полнейший сильвупле. Вылезет кто-то или нет? Как хочешь, можешь не лезть. Я сохраню. Поехали отсюда. Семь выстрелов мне осталось из хорошей пушки.
Да собака! Ну я ж столько уже патронов на тебя потратил. Иди сюда, я хоть с твоего мяса что-то получу. Это... Да-да-да. Фига, Айзек. Это же не она. Это она? Иди нафиг. Выпусти меня, тварь. I can't believe you're here. I... Я не верю, что это она. I'll never see you again. I want to get us home. There's an SOS beacon nearby. We can call for help. Beacon, right. They locked it in the workshop, знаете, but my clearance can get us in this way. Пока она там трендит, я, наверное, поставлю Рипер сюда. Перезаряжу его. По крайней мере, у меня будет так 5 пил. Это на ближний бой вообще замечательная штука. Очень оптимистично с твоей стороны. Я не хочу! Я не хочу их hold them off, ну блин! Так, с твоей туши что-то будет? Ну, хоть так. На самом деле, это чрезвычайно бесит. Да, да открой ты уже дверь! Хорош трындеть, блин! Да, давай, 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 чеши. Oh, and make us whole again. Черт, так она же это уже... Make us whole again. Это плохая фраза от нее. О, так, до свидания. Не нафиг надо было ее защищать, вы серьезно? Конечно же, тут ящичек припрятанный с пилами. Ну хоть так. Вечно с пол хпшкой, вечно с этим... С недозарядом чего угодно, блин. Иди сюда, деньга. $400 заныкали. О, погоди, это костюм новый. Да? Это то, что мне кажется. Офигеть, офигеть, смотрите. Смотрите, сколько... Мне дали 30 на катер. Давайте я его вместо огнемета пока что возьму. 30 на катер — это очень много. Это полторы обоймы. Ну, в моем случае это прям много, потому что это мощная пушка. Я ей не доверяю, к самом деле. Я все 9 закинул, да, все 9. Stay sharp. Oh, trust me, I am.
Я не хочу на тебя даже патроны тратить. Иди к черту. Так. Да что? Знаешь что? Стой, погоди. Вот это. Equip вместо вот этого. Она мне сейчас пригодится. Я подумал, что я хочу вот это взять. А мог и не заметить. Я думал, он там, там ничего нету. А оно там сидит, охраняет. Да брось. Не попал. Так, мне вот это переключить? Ясно. Мне сейчас Source Beacon туда. Понятно. Без понятия, в куда я это кинул только что. Поехали, посмотрим, что здесь. Я понял. Это то место, где я только что ехал. При том, сколько я ему дэмэдж вкачивал этой штуки. О, спасибо. Знаешь что? Слетаю-ка я на ту сторону. Это мы сейчас подходим к той стороне, где была Николь. Да? Да. Пушки тут летают. Почему меня разворачивает, когда я пытаюсь посмотреть? Да, успокойся. Используем сразу. Забираем. Я не хочу туда идти, но я не хочу там лут оставлять. Там какие-то клоаки прям. Все, я к черту заблудился. Вот эта штука по мне стреляет, да? А какая еще? Там вверх, пойдем. Я туда не полезу. Тут полеты просто отвратительнейше сделаны. Вот, мне это не надо. Можешь, пожалуйста, приземлиться? Я завис. Ну, я реально завис. Не происходит ни приземления, ничего. Я тупо завис. Вот, возле сейва. Загрузить игру. Вот это что ли?
Погоди. Ну, видимо, оно. 6 минут будет потеряно. Отлично. Суперски. Давайте вернемся, когда я все это сниму. Ну что ж, мы тут. Вниз я на этот раз вообще не летал. Просто поднял оттуда пару ящичков. Я без понятия, что там творится. И мне это не надо. Во-первых, что полеты я потратил. А во-вторых, что... баги. Баг отвратительный тоже был. Не менее отвратительный баги. Так, хорошо. Мне 3 баночки есть под огнемет. Что, в принципе, неплохо. Тут много баллонов осталось. Так, под баллоном ничего не было, ладно. На самом деле. Так, все. Идем сюда. Катаемся на этом лифте уже туда-сюда вторую серию, блин. Дайте я уже закончу задание. Тут, ну, блин, ну, не знаю, такое место. А, мне же еще в этот надо. В бенч. Конечно же, на упало. Не вижу где. Я не вижу где. Та сраный баллон в тебя кинул. Все, не все. Да офигенно, блин, ни баллоны, ни гранаты, ничего же на вас не работает, блин, красавцы вы. Выпусти меня уже отсюда, ну это неинтересно, это скучно, выпусти. Ясно, понятно. Ну хорош. Это такие дешевые приемы. Типа перебой с электричеством и арена сражаться на лифте. И идите к черту. Тут сейчас будут вылазить, да? Чтобы вам повылазило. Так. Давай, наверное, на вот этом. Погоди, а там допуск 3 уровня нужен был, да? Куда я теперь могу зайти? А, ну просто закрыто. Офигенно. На всякий случай уберу пока что, мало ли, что там за мной выбежит. Гамазин? Костюмчик, скорее всего, мне сейчас предложат купить. Ну-ка. 12 тысяч. Да, вот костюмчик 4 уровня. То есть 35! 30, Карл, 5! Это вообще что? Это вообще как? Ну ладно, у меня тут семикондуктор на 10 тысяч. Это 22 700. Где еще... Ну, 12 штук надо где-то взять. Ну, тут, блин...
Прям некрасиво. Так, на супер пушке у нас, кстати, накопились патроны, извиняюсь. Можно, знаете, что сделать? Я ее все для босса храню, для босса храню. Давайте, может быть... Я ей пока вместо огнемета зафигачу. Там получается 3 полных заряда. Ну, это пила, конечно, но я про то. Так, лифт. Так, бенч. Пойдем на бенч. Если еще раз сейчас вылезу, пока я буду на бенче, но это будет прям уже полнейшее свинство. Сколько у меня? Один или два нуда? Один. Плазмокатор. Он у нас сейчас в руках. Давайте его и качать. Минуточку. А хпшку я уже себе прокачать не могу. Нет, есть только size duration. А что у нас там еще интересненького было? На лайнер ган. Я сюда шел. Laser drop. Блин, оно быстро заканчивается. Минуточку, а контакт бим? Он у нас вообще не прокачан, но в принципе неплохо жарит и так. К нему очень долго идти, кстати. А на репере у нас... На репере неплохо, но... Дополнительный рикошет и дополнительный рикошет. Я не уверен, что хочу. Нет, репер у нас прям нормальный сейчас. Нет, у меня, я вот этот вот один нод ни на что сейчас тратить не буду. Я, наверное, сохранюсь, подкоплю деньжат, куплю новый костюм. А потом... Здрасте. А потом мы уже решим, что будем делать. А мы это... Я же это вроде как подбирал, вы чё? Да-да-да-да-да, точно. Третий уровень доступа. Да открывай ты уже! Тут еще один нод есть. Не угадал. Используем сразу. Нод мы используем. А, мне сюда нужно? Минуточку. Нет, тут просто деньги. Ну, то, что деньги, это, конечно, хорошо. Это не просто деньги. Мне же сюда показывалось. Как хотите. Это просто бонусная, видимо, комната была. Ну, окей. Тут сейчас еще... А, то все-таки будет этот файт. Который я жду уже сколько дней. Так, подготовим все. Что, если что, мог просто распилить, и оно взорвется. Что могло пойти так, да? Trap the launch tubes too. They're scrap. Well, that's great. We can't just toss the beacon out a window. There's gotta be something. Да хорош. The one in the mining bay for smelting. What about it? If I attach the SOS beacon to that asteroid and then launch it away from the ship, we'd get a clean broadcast. And you'd get yourself killed. The machinery in there is still running, Isaac. Then it probably kept those things out too. This is our best shot, Kendra. I'm taking it. Что-нибудь тупее можно было придумать?
обратно туда. Тогда я чувствую, что мы сейчас будем летать в космосе, в невесомости. Вы знаете, как я это все обожаю. Предлагаю на этом серию-то заканчивать. Спасибо, что были с нами. Всем удачи, добра, бобра. Всем лодушек. Всем покеда.